Ремесленный комплекс Иванкави, вернее, музей ремесленного комплекса Иванкави. Рассказывающий историю муазийского народа острова Иванкави, индусов, непонятно каким образом примазавшихся к данной славе. Ну и, собственно говоря, подушек с кроватями. Как без них-то? Последуем далее. Сам ремесленный комплекс. Тоже частично очень сильно похожий на музей. Нам очень повезло, мы приехали в пятницу, когда не работает хрустальный заводик, выливающий чудеснейшие чашечки, тарелочки и сосудики. Здесь вот ткут, рисуют, сначала ткут, а потом уже рисуют мега картинки всевозможные, невообразимой красоты, размеров и цветов. Тут стоят удивительные вентиляторы, которые создают комфорт и уют посетителям в местной жаре. Небольшие и большие рубашки. Все муазийцы ростом очень-очень маленькие. И подобрать под себя что-либо толковое очень-очень сложно. Особенно это ростом 190 сантиметров. В общем, все это удивительное длится очень долго. Пожалуй, интересно, что заметил, это надпись на рисе. На маленьких-маленьких рисинках делают маленькие-маленькие надписи. Там, как я тебя люблю, как я тебя хочу, как я тебя хочу любить. Чего там будет? Притом, даже на русском языке. Вот так вот. Это из позитивных моментов. Всевозможные чашечки, баночки, украшения, рубашечки, носочки, платьица, сарафанчики, веревочки, ниточки, картиночки. Фантастика. Всего столько много, что хочется присесть на данной лавочке и посидеть на ней. В общем, для галочки съездить нужно в обязательном порядке. Благо, вход здесь бесплатный. Парковка здесь бесплатная. И, о чудо, туалет здесь также бесплатный. Welcome. Деревянная койка, на которой можно лежать. Скидки, скидки, скидки. Большой-большой дисконт.
всевозможные виды украшений, побрякушек. Девочки будут счастливы. О, боже мой, он еще не закончился. Чего тут только нет, даже обезьянки. Ну как живые? Кстати, цены на Ланкаве просто замечательные. Очень-очень и очень дешево. Почти как в Таиланде. Почти. Однозначно выгоднее, чем в Египте, Турции, Тунисе и Европе вместе взятых. Нашего туриста ценник очень сильно порадует. Ну, я думаю, вспышу мы в этом чудесном моменте и завершим ко всеобщей радости.